This is Moldova Open Cup, baby! На ринге Манеж Арены в Кишиневе прошел второй международный турнир по армрестлингу Moldova Open Cup. За победу в 5 весовых категориях боролись участники из 18 стран. Avem peste 150 de participanți din 18 țări. В турнире участвуют спортсмены из 18 стран и американская делегация. У нас на ринге лучшие из лучших, легенды мирового армрестлинга. Общая стоимость призов в турнире – 70 тысяч евро. Призы в зависимости от категории составляют 2 и 10 тысяч евро. Могу сказать, что это чемпионат на очень высоком уровне. Участники из разных стран – самые лучшие, чемпионы. Битвы свирепые, поэтому очень тяжело судить. Победителем весовой категории 70 килограмм стал Даниил Прокопчук, который представлял Молдову. For the title of the champion for this Moldova Open Cup! Ladies and gentlemen, look at this! And really, the champion! Bună seara tuturor! Vreau să mulțumesc foarte mult familiei mele care este aici, prietenii. Добрый вечер всем! Хочу сказать большое спасибо моей семье и друзьям, которые находятся здесь и поддерживают меня. Спасибо всем, кто в меня верил. Удачи! Самые сильные! Самые-самые! Немного волнуюсь, потому что сюда приехали самые сильнейшие люди мира, поэтому, в принципе, со всеми мы с ними встречались, и стол покажет, кто сильнейший. Знаете своего соперника? Знаю. Побаивайтесь его? Уважаю, так можно сказать. Так же, как и он меня. Организация на высшем уровне. Это такой один из топовых турниров этого года. Одной из самых ожидаемых стала встреча двух легенд – Трэвиса Баджента и Джона Брзенка. Соперником будет великий Джон Брезинг. Надеюсь, что мы коронуем нового чемпиона. Я очень взволнован, но не хочу терять слишком много энергии, чтобы быть готовым к сегодняшнему вечеру. Молдова оказалась очень гостеприимной. Я участвовал в соревнованиях по всему миру, но здесь лучше всего. Important event of this year, John Brzenk. Travis Bajan. Uitați-vă ce tensiune extraordinar. A schimbat tehnica și, doamnelor și domnilor, un nou câștigător, Travis Bajan!